На этот раз экспедиция длилась 11 дней. За это время группа из 16 орловских дайверов исследовала подводный мир Суэцкого залива в Египте. А точнее, английские корабли «Тистли Горм» и «Данревен», которые затонули в Красном море. Один 1940 года постройки, другой намного старше, 1873. И, ну, к сожалению, судьба одного и другого, жизнь, то есть, была короткая. Один из них, который был построен в 40-м году, в 41-м году, был атакован тяжелым немецким бомбардировщиком Хенкель-111 и затонул недалеко от побережья Египта. Второй проходил в море 3 года, он курсировал между Англией и Индией. И в апреле 1876 года по неопытности капитана он сел на риф и тоже затонул. Когда своими руками прикасаешься к истории, эмоции передать сложно. Фотографии и видео завораживают с первых секунд. Но прежде чем отправиться в экспедицию, дайверы проводят большую работу и в архивах. Про английский корабль «Тистли Горм», который затонул в 1941 году и который впервые нашел французский исследователь Мирового океана Жак Ив Кусто, книг написано немало, но орловские дайверы внесли свою поправку в эту историю. Члены нашего клуба нашли неточности в описании, и благодаря той же самой работе в зарубежных каких-то архивах мы нашли неточности и описали на своем сайте, какая именно техника была погружена на этот корабль, какие машины, какое вооружение. То есть все равно какой-то свой вклад, в точность, в историческую мы внесли. Если составить карту путешествий, то Орловский клуб подводного плавания может смело нанести на нее 20 стран, более 1000 часов исследований под водой. Сбавлять обороты наши путешественники не собираются. В начале апреля этого года снова едем за полярный круг погружаться на Баренцево море. А каждая поездка уникальна. То есть это может быть наблюдение за акулами, это может быть какая-то флора, фауна. Вот. Но особый интерес все-таки какие-то исторические объекты. Сергей Куликов в очередной раз подчеркнул, что главная цель их экспедиции заключается в поиске пропавшего в 1912 году судна «Геркулес», которым руководил исследователь Владимир Русанов.